А может реально, да? По тачкам едет? Нет, надо купить 100 тысяч. Счет и машинку. Для того, чтобы 20 тысяч по 100 рублей пересчитывать. Говорит, очень это хочу. Ты хочешь счетную машинку. Очень, говорит, хочу счетную машинку, чтобы считать много денег. А где счетная машинка покупается? Специализированных магазинов. Зачем она нужна? Серафим говорит, очень-очень, ой, пожалуйста, пожалуйста, очень хочу деньги считать. Я думаю, что... Серафим сам пишет, да? Да. Да ты обманываешь, да, Серафим очень хочет деньги считать. Я думаю, меня дурят. Как же они хотят, чтобы ты купил вейп, вейп. Вейп? Заказал вейп на eBay, я уже full fame, ненавижу экономить, копить, я потрачу на их нагреть, чик-чик. Жизнь денег невозможно, это миф. Да это так, типа, ну основной подарок вот. Скажите, это что, в 14 лет хуй подарок? Да это охуенный подарок, блядь, какая котлета. Я бы, если мне в 14 вот такой, типа. На. Я такой шкафс. Я за кашкафс. Ну, любым, чем он захочет заниматься, ему самому. Он пишет, что хочет считать деньги на счет машинки. Он на стриме? Ну, говори, что хочет считать деньги на счет машинки. Да это ты! Кто такой Серафим? Серафим — это брат Кости. Коли. Коли. Короче, мы как-то узнавали, сколько вот эта вот тема стоит. Я как-то проходил, увидел ее, загорелся. 500 000. Она только вот эта часть? Вот эта часть просто 500 000 вот стоит. Так цельная часть будет стоить сколько? 2 ляма где-то цельная тачка. Ну, я не знаю, целая тачка будет намного дороже, мне кажется. 3-4-5, мне кажется. И она внутри полностью вся проработана. И плюс вот с этой вот темой дают. Ну, как-то как будто нет. Ты на нее смотрю, нет такого. Сдалека симпатичная. Мне, если честно, вот это даже больше как будто как моделька нравится. Я на нее смотрю, нет такого. А вот ты на это смотришь такой. Да нахуй ему лего, брат? Реально, ему сколько лет? Бля, он хочет считать деньги, какие лего, блядь. Что ему дать? Какое лего, блядь? Что, ну, к деньгам не дядь. Просто же деньги. Вот, машинку печатную или что-нибудь такое. Влад, подари номерок шлюх. Я предлагал ему. Костик очень хочет кого-нибудь шпекнуть. Что покупать? Да точно они тут, короче, пошли. Сейчас, да, если вот так вот сделать. Это на полквартиры. О, блядь. Выйди за меня цельно. О, очень. У него компьютер 600 тысяч стоит. Сколько, блядь? Я ему купил. Из-за этого я... Чтоб сам кто-то... Пошли. Ничего ему не надо. Развлечение женщин в электричке, знаешь, 40-летних. У меня мама играет в такую. Ну, прекрасно у тебя женщина. Мама мне набирает, говорит, я заначил в игру какую-то. Реально? Говорит, я заначил в какую-то фигню, где надо строить. Это мужик. Я заначил в GTA 5 РП 1 000 000 рублей на дом. Ну, понял? Да. Конкуренты, типа. Кто? Ну, GTA 5 РП. Кто? Кто, блин? Когда Влад покупает алкоголь, продавщица показывает ему паспорт. Не, Влада вот эти, господи, это шутки господин Куэртов, я называю. Именно, знаешь, шутка анекдотов господин Куэртов. Шутка анекдотов? Ебать! Всякая тачка есть. Там Джек, там, Ди Капри умер насмерть. Кто? Он там, утонул, он не там умер, он рядом умер. Он вообще не умер. Он живой, дурак, это в кино было, блядь. Ну, в кино, в Титанике Ди Капри. Кто? Чего? Я понимаю, уже прям фул дураков. Бля, Лёш, не надо, Лёш, да нормально все будет, Лёшка. Да поправишься. Лёш, да хорошо все. Ты еще блевать просто сейчас туда вниз. Лёш, да нормально будет, Лёш. Чё, блевать? Нет, он просто говорит, что он хочет очень деньги считать. Счёт по машинке. Лёша уже? Да. Говорит, он очень хочет машинку для денег. Ну хватит, я реально уже не знаю, что ему дарить. Да подари деньги ему, пусть сам выберет, взрослый парень. Для деньги, а еще что? 14-летнему парню очень смотреть на твои тапки. Хотят. Очень хотят. А я хочу счетную машинку для денег. Ты? Не, о, Серафим говорит. Ну вот что, что на 14 лет? 14-летнему парню 100 тысяч рублей достаточно. 100? А сколько там? 20. А, 20? 20 тысяч рублей достаточно 14-летнему парню. Ну, его типа не надо, не балуй его супер сильно. 20 тысяч, еще то. Вот 20 тысяч ему, а потом лучше ему поможешь чем-нибудь с начинаниями, чем деньги ему сейчас дарить. Подарки эти через пару лет ему не нужны будут. Правильно говорю? Плюс, 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 плюс. С одной стороны, ты правильно. Я не хочу давать ему, типа, 100 тысяч, если ему дать. Вот на что 14-летний пацан, который из дома не выходит, потратит? Сейчас он на пишет, что? Говорит, на счетную машинку для денег и девочку. Ну, по-серьезки. Не, ну, на самом деле, 20 тысяч ему будет достаточно. Но... По клубам. У нас крыша тут едет. Ну, есть такой моментик, да, небольшой. Все, короче, есть еще потом до депчика мы сделаешь. Правильно? На! Бритву, бритву, бритву. Где Бородевич, просто, да. Чтобы он снял.
у этого, у Серафима просто легендарные усы. Да, так я ему запрещал длить его уже. Уже какой год ему, типа, я ему сказал, не брей, и когда кто-то его просит сбрить усы, он отказывает. Я ему звоню вчера с днём рождения поздравить, он говорит, а мне на паспорт в усах идти? В усах идти, блин, на паспорт. Маме цветов. И, блядь. Купит, когда я попозже. Мне не жалко, типа, купить цветы маме, но вот я они нахуй не сдались, мне кажется. А мама, твоя мама говорит что-то. Костик, да, вот да, счетная да. Машинка для денег, вообще, очень надо дома. Сука, что деньгами давать, чем, блядь, деньги на цветы тратить? Я, типа... Так правильно, так так совсем работает. Че, ну что, да? А вы знали, что то, что этот вход закрыт, и мы не можем открыть, смотрите. Это незаконно? Смотрите. Реально? Да. Карточка. Такие два дурака, такие чук. Я с Лёша работник авиапарка, блядь. Нет. Нету денег. Пошёл. Возьмем, отыграл хорошо. Всех мамочек мимо глаз не пропускать. Я их ебать хочу. Лёш, ну не надо грустить. Я не грущу, я иду, у меня в слабости голова кружится. Пюры. Мама говорила дома сидеть. Нет, я пошел на улицу, дурак, ёбаный. Пиздец, дурак, ёбаный. Я сейчас не понял, разлетается просто. Ой-ой-ой, ребята. Пошел. Мою. Сколько? Я просто поинтересовался. Прыгай. А? Ладно. А, брат, не осталось. Чё? Прыгай. Тачку доставляешь? Тачку доставляешь? Кого-то... Странно как-то. Почему мы не помогли с Фрашти, но очень странно пацаны себя ведут. Да какая-то, не знаю, что это вообще. Да не, блин, зачем помогать вот таким вот здоровякам, ёпта. Здоровякам, бля, работать, здоровякам у них всё есть, руки, ноги нормально выглядят. Вот дедушкам всяким, такие, типа... Трутся, вот, знаешь, чешутся, блядь, да, вот да. Эта тема. Домой Лёшку? Лёшка, или хочешь домой? Я домой, да. Давайте. Влад хотел дать кому-нибудь порулить, так появился кореш. Спасибо, старый брат. Вот для чего. Вот он. А мне не надо. Я что, дурак, что ли? Мне не надо. Я что, дурак, что ли? Мне не надо. Что тебе не надо? У меня своя машина есть и права есть. Поправляйся. Да, Лёш. Лёха, как-то чилься, сука. Я просто, у меня затуманен сознание, я еще не понимаю, что происходит. Я сейчас просто усну и могу. Ой. Я сейчас просто лягу и проснусь утром. Ладно, пока, Лёха.